Щенки я взяла из Сорбонны. Ровно один месяц. 6 мальчиков и одна девочка. А девочка уже прыгнула вниз. Вот она. Вот она. Идем назад. Вот такая вот девочка. Вот, опять прыгнула. Ладно. Идем обратно. Девочка сама смелая. А парни стоят. Парни стоят. На своем, как говорится. Да. Сейчас девочку обратно. И поснимаем всех вместе. Вот она. Девочка красавица. Парни хороши, но прыгать еще не хотят. Тут достаточно высоко. Но уже хотят. Уже хотят. Уже хотят прыгать. Глазки. Кто такой красивый? Чьи такие дети красивые? А дети красивые, Одесса и Сорбонна. Вот еще один. Еще один пришел. Прыгнул. Тоже смелый. А по-моему, это девочка. Сейчас посмотрим. Да, это опять была девочка. Она же прыгнула. Одна единственная в помете и очень смелая девочка. Вот они. Вот такие вот красавцы. А там еще лежит кучка. Ну, кучка небольшая. Из 3 щенков. Зевает. Зевает. Спать хотят. Мордочки выигрывают. Вот они. Вот они такие красивые. А там стучит. Эту мамочку закрыли. Она стучит, чтобы прорваться и меня покусать. Ну, так положено. Ее детки, она их защищает. Сейчас посмотрим, как девочка прыгает. Давай. Вот так вот. И пошли. Вон папа Зевс. Папа Зевс идет. Детки. Детки. Папа Зевс. Вот он. Это с маленькой, с молодой хозяйкой. Зевс, покажи мордочку. Зевс. Вот. Вот папа Зевс. А это его. Это девочка. Она единственная, кто выпрыгивает. Она очень смелая. Путешественница. Она путешественница. Вот мы ее обратно привезли. Вот. Вот такие вот деточки продаются. Это им сейчас ровно месяц. Через неделю будет первая прививочка. Документы будут выдаваться. Татуировочка ставится. И продаваться. Вот.